Всем привет! Я тут подумал о том, что мне нужно открыть мои 50 сундучков. Где они? Куда они опять делись? Постоянно их теряю. Вот. Для чего? Для того, чтобы выбить навык. Смотрите, откройте ящик, чтобы получить закрепление навыка 97%, шанс или легендарную книгу навыка для животных 3%. Сколько можно выбить с 50 книг? О, прикольно, кнопочка Макс появилась. Я хотя бы, надеюсь, один навык я выбью, а не просто блокировочку. Давай. Тут 100% есть навык, потому что бы были блокировки одни, если был бы не навык. Что это за навык? 269. Поехали смотреть. Быстрее, 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 быстрее. Что это за навык? Улучшенная защита снайпера. Ну... Такое себе. Мне, конечно, другой нужен был навык. Изучить магазин. Улучшенная защита снайпера, да. Защита всех снайперов в отряде 25. С одной стороны, как бы нормальный навык, но он мне вообще ни к чему, потому что когда я буду 12 или 13 собаку делать... Вот сейчас бы на бойцов бы лучше бы его дали. Не, на самом деле мне нужен был вот этот вот навык. То есть я сейчас хочу поставить глаз быка, мощь быка хочу поставить и... Кстати, скорость обучения всадников, она мне не так важна, но я быстрее всего тоже ее поставлю. То есть я хочу вот эти три навыка поставить. Сначала я поставлю вот эти, размер обучаемой группы плюс 100, а потом я сразу же ему воткну скорость обучения всадников, бойцов ближнего боя и глаз быка, чтобы у меня бойцы быстрее сейчас строились. Так что вот такой вот поворот событий.